Приветик, мои девочки! Сегодня я решила снять долгожданное видео. И знаю, что вы меня искали, вы ощутили мою пропажу. Мне это очень приятно. Я тоже по вам скучала, так же, как и вы по мне. И вы знаете, я сегодня снимаю видео с собачкой. Девочка, помаши привет, скажи всем приветик. Она у меня очень стеснительная, но тем не менее фотогеничная девочка. Поэтому, если вы будете ее лицезреть в кадре, то я думаю, что это не станет причиной того, что вы выключите мое видео. Я давно не снимала видео, и я немного смущаюсь. Мне надо снять пару-тройку видео для того, чтобы я опять почувствовала себя как в своей тарелке. Поэтому я думаю, вы меня простите. Также я... Знаете, у меня ни много ни мало подписчиков. Их 133. И за именно за то, что у меня есть столько подписчиков, я вам благодарна, мои зрители. Я благодарна тем людям, которые негативно настроены в мой адрес, которые пишут мне негативные комментарии. Я вам тоже говорю спасибо. И вы меня делаете еще сильнее. Я буду стараться. Ну, да. Я буду стараться и снимать более лучшие видео. Я по вам очень скучала. Это видео просто тупо болтовня. Я хотела бы всем сказать спасибо. Я просто поняла, знаете, одну вещь. У меня нету поклонников, у меня нету фанатов. Но у меня есть те девочки, их немного, но они есть, которые поддерживали меня и поддерживают, которые интересуются, как у меня дела, когда я буду снимать видео, которые не безразличны к моему каналу, ко мне лично. В частности, этих девочек несколько, но я выделяю две. Это Женя. Женя, привет. И это Настюша. Настенька, привет. Именно вы и еще пару-тройку девочек, я, к сожалению, имена ваши не помню, я помню только ники, но я думаю, вы поймете, о ком я говорю. Именно вам я говорю огромное, большое сердечное спасибо за то, что вы есть, за то, что вы смотрите мой канал, за то, что интересуетесь вообще моей жизнью, моим каналом, опять же, мной. Это не может быть неприятно, поэтому вот так. Я долго думала на тему того, удалить мне свой канал или нет. Знаете, я пришла к такому решению, что я лучше удалю практически все свои старые видео. Ведь пересмотрев их, я поняла, что мне эти видео не нравятся. Понимаете, в чем проблема? Если они мне не нравятся, то вряд ли эти видео понравятся кому-то другому. Я должна, смотрев свои видео, понимать, что мне самой они безумно нравятся, но есть такие видео, но их достаточно мало. Поэтому я решила, что я большинство видео удалю и буду снимать новые видео, которые, я думаю, вам будут даже более интересны. Вот. Хочу всех попросить. Если у кого-то есть запросы, если у кого-то есть какие-то пожелания, может быть, какая-либо критика, но ну, в размерах именно в нормальных размерах. Выражайте ее, пишите мне, но чтобы эта критика, она не переходила за грани, она не переходила на личности. Мы обсуждаем мой канал, мои видео, но не конкретно меня или там, допустим, моих родственников. Поэтому как-то так. Хочешь идти? У меня собачка то прибегает, то убегает. Вот. И, пожалуйста, оставляйте мне все под видео, пишите свои сообщения.